В Белгородской области продолжают восстанавливать домовладения, которые получили повреждения из-за обстрелов ВСУ. Качество и темпы работ – отдельная тема каждого оперативного совещания правительства региона. Напомним, по поручению губернатора пострадавшие жилые помещения снимают с контроля только когда собственники предоставят расписку о том, что ремонт выполнен в полном объеме и претензий нет. Сегодня отчет представили главы сразу нескольких муниципалитетов. В общей сложности в областной столице, Белгородском и Красноярушском районах, Шебекинском, Валуйском, Грейворонском округах должно быть получено 2476 таких документов. Однако по результатам проверки контрольного управления в наличии оказалось немногим меньше – 2455. По докладам, основная часть недополученных расписок еще у подрядчиков, занимающихся восстановлением. Руководитель субъекта поручил тщательно все перепроверить. В соответствии с действующим законодательством такая форма взаимодействия с жителями она не требуется. Но мы с вами уже убедились больше чем за год работы, что эта форма она крайне эффективна с точки зрения контроля за качеством работы. Что тогда необходимо? Нужно за сегодняшний день дополнительно через контрольное управление проверить. И завтра утром мне тогда на совещание в 7:30 доложить.